Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Главный недостаток этих людей – чрезмерный эгоизм, самоуверенность, переходящая иногда в манию величия. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Носители этого имени стремятся быть творцом собственной судьбы и хозяевами своего будущего. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Эти люди умеют разделять и классифицировать. У носителя этого имени есть проницательное воображение, полет фантазии, блестящий ум, порой на грани гениальности. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.